Эй, добрый вечер, день, ночь. Не знаю, у нас сейчас 13:16. Все говорят, что я, блин, зануда и притягиваю ситуации к новостям. Типа, один раз снял, как соседи нечаянно выставили мусорный бак на дорогу. И в итоге... Да, кстати, вот эта крышка ящика разрывает правый бицепс офигенно не слабо. Так вот, один раз типа снял, как соседи выставили мусорный бак не как все остальные соседи, да, а на дорогу, чтобы перегородить тротуар. И типа вот понтую с этим и показываю всегда. Так, ребята, это очередное свежее видео, да? Вы же видите, мы идем по тротуару. Он же сайдвалк, он же патвей. Вот. И все нормальные соседи, да, как вы только что видели, они выставляют мусорные баки вот друг за другом. Мусорный бак для переработки, ресайклинг, и мусорный бак для прочих отходов. Но вот именно вот мои соседи, смотрите, там дальше вообще чисто. Вот именно мои соседи зачем-то выставляют мусорный бак на тротуар. Зачем они это делают, не понимаю. Ты в итоге ты идешь вот так вот, и у тебя... Мусорный бак находится на тротуаре. Причем заполненный. Ну, заполнен это для китайцев. Вот. Стоит, стоит. Что им труда стоит поставить сюда мусорный бак? Ну или хотя бы, блин, купить еще одну плитку и поставить. Не знаю. Но они постоянно пытаются перегородить тротуар, чтобы никто не ходил, наверное, мимо их дома. Вот этим замечательным мусорным баком. Зачем? Я не понимаю. Ведь это же так просто. Вынес мусор, загрузил в бак, поставил на газончик. Если газончик маленький, да, вот как у меня, ну, поставил там вот кое-как. И никому не мешает, и тротуар, зараза, теперь свободный. Но эти странные люди зачем-то все время его перегораживают. С вами был Нетуристический Сингапур. Я пошел домой. Будете покупать недвижимость в элитных районах, обязательно смотрите, не наблюдаются ли ваши соседи в психдиспансере, как и я. Пока. Да, подписывайтесь, не переключайтесь, как всегда.